Хей-хей-хей, здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и я хочу вас всех поздравить с наступившим Новым Годом. Ребята, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал Кента ПК. Ну что же, а прямо сегодня, ребята, я куплю новенький Gold Pass. Ну как сказать, я точнее его уже купил, и я купил даже уровни. И, ребята, мне очень интересно посмотреть, что же мне выпало, поэтому обязательно прямо сейчас влепи за это лайк. Ну а мы начинаем смотреть. На GG Standoff вышло обновление, теперь за открытие новогодних кейсов ты получаешь токены, а с токенов бесплатные кейсы. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Я свои 7 бесплатных подарков прямо сейчас заберу. Также тут есть барабан бонусов. По моему промокоду вы получаете еще один барабан бонуса бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 35% к пополнению обратно. Все нужные ссылки есть в описании. Ну а если кому интересно, то, ребята, Gold Pass мне стал в 3000 с хвостиком рублей. Не знаю почему, но за счет того, что я зарегистрировался на Huawei, почему-то какая-то взялась дополнительная комиссия. Но не суть. Все равно, ребята, это все ради контента. Ну что же, полетели смотреть. Так, я нажимаю кнопочку инвентарь. Честно говоря, немножко волнуюсь, потому что, ребят, ну, очень хочу, чтобы мне выпал какой-то классный нож. Я вам сейчас покажу мой самый-самый любимый нож. Вот вы сейчас просто обалдеете. Мой самый-самый любимый нож, это первый, это вот этот. И второе, это вот этот. Надеюсь, мне какой-то из этих ножей выпал. Я очень хочу, ну, все-таки Новый год, все-таки я хочу чудо, поэтому я хочу или Gigamond of Frozen, или хочу Керамбит Snow Kama, потому что, как по мне, он самый красивый. Так, ну что ж, друзья, давайте-ка смотреть. Нажимай инвентарь, и пока что в инвентаре что я вижу? Я вижу чармпаки. Чармпака у меня довольно-таки много. Ну, прям много. Так, ладно, все, ребят, давайте листаем в самый-самый низ. Что же я вижу? Мать моя женщина! Бред! Вы шутите? Вы серьезно? Ребята, я просто хочу поиграть немножко с этим керамбитом. Вы серьезно? Обалдеть! Как такое вообще возможно? Ребят, это сон, это шутка, это пранк. Мне выпал тот керамбит, который я хотел. Тот керамбит, который мне нравится. Тот керамбит, о котором я мечтал. Так, ребята, все, не расслабляемся. Давайте посмотрим, потому что мало ли это какой-то пранк, мало ли какая-то шутка. Я хочу посмотреть на его анимацию, мне очень интересно. А мало ли мы еще найдем какую-то секретную анимацию. Уля-вау! Ребята, я просто в шоке. Вот это класс, вот это кайф. Посмотрите, это реально тот самый керамбит. Я еще когда снимал обзор на видеоролик, я говорил, что это керамбит как будто с белого золота. Ребята, посмотрите на эту красотень, как же все классно! Не, все. Это мой самый и любимый керамбит. Не, конечно, керамбит голд полюбимее будет, но этот керамбит тоже очень классный. Я просто в шоке, как это работает, ребят, я реально поверил в новогодние чудеса. Так, ну что же, давайте смотреть дальше, что же мне еще интересненько выпало. Потому что, ребята, вы, надеюсь, понимаете, что это только начало. Потому что мне там еще попадала куча разных новогодних стикеров. Так, что выпало, что выпало, что выпало. Так, так, ух ты, Charm Santa Club. Вау, слушайте, прикольная штука. Давайте вот применим сразу, применяем. Ну, например, на какой-то P90 самурай. О, ну, кстати, довольно-таки неплохо. Так, у меня есть еще одна, еще один брелочек. Давайте тоже применим. На G22 NES, почему бы нет. Ребята, я просто в шоке. Я не верю своим глазам, не верю своему счастью. Как такое возможно? Да! Так, ну что ж, давайте вот это применим на P350 Radiation. Более того, эльфа маленького тоже довольно-таки круто. Слушайте, ребят, я скажу только одно. Разработчики, вы большие молодцы, потому что вы проделали огромнейшую работу. Даже этого пингвина я сейчас куда-то применю. Ну, например, на какой-то M16 Vinged, почему бы и нет. Кстати, довольно-таки стилево, довольно-таки круто смотрится. Но, ребят, по поводу ножа, я до сих пор просто в шоке. Так, давайте посмотрим, какие мне еще новые скины выпали. M110 Flow, что это за скин? Ну, кажись, ребята, это первый нормальный скин на M110. Ну, как по мне, просто пушечка. Как по мне, ребят, просто что-то с чем-то. Как же все это классно. Так, вау, P90! Iron Will, еще и статрек. Ой, я теперь не знаю, ребят, а что мне делать с самураем? Или играть с этим, или с самураем? Не знаю, тоже очень классный скин. Очень красивый такой. Посмотрите, год быка, я даже не заметил, посмотрите. А вот сбоку же бык нарисован. Вау, слушайте, круто. У меня просто не то слово, все, что могу сказать. Разработчики, вы большие молодцы. Так, смотрим дальше.
Так, ребят, ну чё-то мне до хрена всяких рарок выпало. Например, MP5 Northern Fury. А ну давайте посмотрим поближе. Ну, в принципе, ребят, получше, чем те, что скины были раньше. Потому что раньше на MP5 была только одна легендарка, и она реально была говённой. Вот с таким скином я бы поиграл, да еще и статрек, да еще и три штуки. Вот это, ребят, я понимаю, солидно так солидно. Так, дальше, юмпишечки, давайте оценим, осмотрим. Тут нарисован ворон! Ёлки-палки, это тот самый ворон с трейлера. Вы помните, был в 0.14.0 трейлер? И да, был ворон, который сидел на карте Rust. Вот тот же самый ворон. Вау, ребят, очень круто. Просто 5 с плюсом, я пока что очень доволен. Так, дальше АВМ. Ну вот АВМ мне не понравился. Ну вот кто бы что ни говорил, ну АВМ, конечно, базар 0 блатной. Но, ребят, я хотел что-то покруче. Ну, блин, АВМ. Ну хотя тоже неплохо, что-то я сильно зажрался. Тоже нормальный АВМ. Пойдет, ребят, пойдет. Дальше АКР-12. О, слушайте, а вот АКР-12 я прям сразу сходу применяю. Потому что на АКР-12 у меня реально не было нормальных скинов. Поэтому вот мой первый нормальный скин. Слушайте, мне нравится, довольно-таки красивый. Какой-то график, какая-то змея нарисована. Фиг его пойми, но круто. Так, у меня еще должны быть наклеечки, по идее. Где наклеечки? Наклеечки должны быть сам внизу. О, легендарка! Я хочу куда-то применить. Но, слушайте, ребят, сразу видно, богатый, успешный парень купил новый голд пасс. Круто, но я пока что применять не буду. Ничего себе! Подождите, посмотрите, есть стикер свит. И такая же самая наклейка есть рарка. И такая же самая наклейка есть легендарка. Я чуть ничего не понимаю. Смысл тогда покупать легендарку, если можно купить такую же самую рарку? Ничего себе, сколько у меня новых наклеек. Также у меня еще есть Winter Fun Color. Ребят, посмотрите. Прикольно, прикольно. Блин, я не знаю. Вот это прям как будто всю жизнь был на М4 Lizard. Прям очень хорошо сочетается, очень красивое сочетание. Можно применить. Но нет, ребята, я еще подумаю, что куда применить. О, пингвин! Вот пингвинчик, ребят, я еще применю по-любому на М4 Lizard. Ну посмотрите. Вот реально, вот прям при вас приклеиваю. Очень круто, очень красиво, мне очень-очень нравится. Так, ну что ж, господа, что же мы еще интересненькое тут найдем? Я вижу стикер флейк, ну, конечно, круто, но, ребята, я ожидал чего-то получше. Ну, неплохо, конечно, базара ноль неплохо, врать не буду, очень даже неплохо, но пока что применять я не буду, потому что я хочу посмотреть, что-то у меня есть еще интересненькое. Блин, ребят, ну, керамбит, это, конечно, моя слабость, керамбит, это реально моя слабость. Так, ну что же, вроде бы я все посмотрел, все, что было, посмотрел, все наклеечки уже попробовал. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был ваш Скинтуха, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, и тогда я вам тоже разыграю прокачанный голд пасс и новый нож. С вами был ваш Скинтуха, всем удачи, всем пока!